Продолжаем знакомиться с притчами мира. Притча называется «Рыба и океан». В океане жила-была рыба, обычная рыба. Только однажды она слишком много наслышала об океане и решила, что должна потратить все силы своей жизни, чтобы попасть туда. Рыба начала обращаться к разным мудрецам, и хотя многим из них нечего было сказать, они говорили всякую чепуху, чтобы поддержать свой авторитет гуру. Так одна мудрая рыба сказала, чтобы достичь океана очень и очень непросто. Для этого сначала нужно практиковать определенные позы и движения первой ступени восьмеричного пути безупречно двигающих плавниками рыб. Другая рыба-гуру учила, что путь в океан лежит через изучение основ миров просветленных рыб. Третья учила, что постижение океана очень и очень сложно. И только очень немногие рыбы когда-либо достигали этого. Единственный путь – это повторять все время мантру «Рам-рам-рам, рам-рам-рам». И только тогда откроется путь к океану. И как-то раз, в конец уставшая от разнообразных поучений, рыба поплыла в заросли водорослей. И там она встретила совершенно обыкновенную, неприметную рыбу. Услышав о нелегких исканиях, она так учила рыбу-искателя: «Океан, который ты ищешь, всегда был, есть и будет рядом с тобой. Он всегда кормит, оберегает, окружает своих обитателей. И ты тоже являешься частью океана, только ты этого не замечаешь. Океан и внутри тебя, и снаружи тебя, и ты его любимая часть. А все рыбы – это волны этого великого океана». Вот такая притча, она называется «Рыба и океан». Пока-пока, до свидания.